Стереоусилитель интегральный, производство Германия, made in Germany. Модель называется Dual CV1100. Значит, у него выходной каскад на транзисторах, скажем так, собран на транзисторах. Имеет мощность 40 ватт на канал. Значит, выход на акустику. Точка тире, две пары акустики. Значит, сопротивление акустики от 4 Ом. Значит, есть вход в Хона, который дублируется RCA разъемами и 5-пиновый. Также тюнер, тейп 1, тейп 2, монитор, питание 220 вольт. Серийный номер вот такой. Значит, шнур несъемный, заканчивается нашей вилочкой. Вот, я сейчас запитал его на тейп 1. Это как AUX. Ну и монитор тоже AUX, и тейп 2 AUX, и тюнер тоже AUX. Значит, здесь можно караочить. Есть микрофон. Вот сюда вставляете его, стереомикрофон. Включить вот так. И можно крутить. Ля-ля-ля, 3 рубля. Значит, ручка громкости с трещоточкой. Контр есть. Это расширение диапазон на малых громкостях. Лондос. Моностерео. Монитор. Тейп. Тейп 2. Тюнер фона. Бас трейбл. Выход на наушнички 6,3 мм. Два спикера. Я уже сказал 1,2. Выход точка тире. Заканчивается баланс левый правый канал и кнопка включения. Так. Надо было громкость чуть поменьше. Ладно. Ну вот. Послушаем, как поет. Поет хорошо. Высоких, низких. Контр. Бас хорошо отрабатывает. Левый канал. Стерео. Правый канал. Немножко царапулька есть. Фасад алюминий крашеный. Вверх металл. Бачки накладные. Thank you.
ничего не хрустит, не трещит. Усилитель Dual CV 1100 производства Германия. Питание 220 вольт. Сопротивление акустики от 4 до 16 Ом. На этом все. Спасибо.